Кожен день тільки у Гомельський філіал агентства по державної реєстрації і земельному кадастру звертаються більше 450 чоловік. Правда, великих черг тут практично ніколи не буває. Весь процес прийому контролюється відеокамерами і при необхідності кількість реєстраторів, які працюють з навідувальниками, оперативно повеличують. Докладно визначений і термін розгляду звороту – до 7 днів для фізичних осіб і до 5 для юридичних. Правда, інший раз витримати їх буває проблематично. Люди умудряться такого и построить, и сделать, что ни одно законодательство, ни один закон не может решить проблем. По словам работников агентства по державной регистрации, у певной ступени зараз працевать стало больше легко. Еще несколько годов тому трактовка одного и того же питания у разных законодательных актах могла вельми значно отрозниваться, а некоторые питания у вугле практически не регулировались. Сегодня у Беларуси законодательство европейского уровня, але шерех невырешенных тады проблем застается. После Чернобыльской катастрофы у потерпелых районах проводилось массовое отселение населения. Пустые дамы брали на свой баланс сельский совет, але при этом часто не оформляли право на уласность. Отримливается, что человек живет, например, у Гомеля, а заявляется владельником майомости у тем же Брагине. И навод об этом не загадывается. Эта ситуация, до речи, не одночи обмерковывалась на разных узровнях, але однозначных отказов на питание, как выкористовывать такую майомость, нема. Достатково значно снижают эффективность работы агентства и так званые профессийные скаржники. Некоторые спробуют вырешить свои проблемы по несколько разов, отрывают отмовы и начинают все с початку. Если они обращаются выше, там, конечно, группа людей отвлекается, потом к нам дают задание найти, доставить материалы. И я считаю, что вот эти профессиональные жалобщики очень большого, если брать за год, то большую уйму времени отнимают. Разом с тем, покуль приходится констатовать, есть проблемы и у организации взаимодействия разных державных структур. На опошнем посяджении Гомельского гарвыканкама навод приводились конкретные приклады, когда совместная деятельность никак не отрымливается. Правда, таких выпадков не вельми шмат, але у идеале их быть не повинно у вогуле. А тому у наступном месяце у Гомель приедут представники усих белорусских агентств по державной регистрации. Головная мета – укоренение у деятельности этих структур с участных информационных технологий. Человек, когда подает заявление в исполком предоставления участка, дальше заключает договор с организацией по землеустройству на оформление документов, дальше может никуда не ходить. Вот эта организация по землеустройству дальше все документы может передавать в электронном виде и в том числе в исполком. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».